Уже прозвенел первый звонок. Актеры Иркутского студенческого театра «Эхо» наносят последние штрихи. Внешне вполне спокойные, а вот внутренне... У меня герой большинство времени боится. И так как все равно перед сценой волнуешься, я трансформирую страх перед зрителями и перед сценой в страх моего героя. Это мне очень помогает. Радио, радио! А что такое? Работает или нет? Известную вампиловскую историю с метранпажем ангарчане смотрят, кажется, затаив дыхание. Зал, к сожалению, не полон, но и такому количеству зрителей артисты несказанно рады. Свою постановку в нашем городе они показывают впервые, хотя дружба между театрами длится уже не первый год. Надеются, что встреча повторится еще не раз. От зрителя Ангарска я жду, конечно, взаимопонимания, это самое главное. Думаю, что мы его найдем, потому как к Ангарску мы все относимся с большой любовью. Я прекрасно знаю замечательный театр «Чудак», к сожалению, уже нет руководителя, но не знаю, правда, нового. И когда я училась в Институте культуры в городе Улан-Удэ, мы приезжали как раз вот к театру «Чудак», и у меня самое замечательное впечатление. Комедия, конечно, увлекла ангарского зрителя. Ведь вампиловские анекдоты, в которых высмеиваются нелепые провинциальные случаи, актуальны будут во все времена. Постановка студентов – творческий подарок горожанам накануне большого праздника – дня рождения Ангарска. Мария Константинова, Роман Буйнов. Местное время.